Хмурое утро буднего дня, пока детвора в школах и детских садах, самое время проверить, как убирается снег на детских площадках. Вооруженные фотоаппаратами, сотрудники Государственного административно-технического надзора обходят детские городки. Причины, по которым именно к этим объектам проявляется повышенное внимание, вполне понятны. Наличие снега и ледяных образований влияет на безопасность детей и находящихся на этой игровой площадке, а также взрослых. Человек может подскользнуться и получить травму. Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева провела селекторное совещание с муниципалитетами региона. Темой совещания стала подготовка муниципальных образований к зимней уборке территорий. Чиновница отметила, что не все районы области готовы к уборке снега. За злостными нарушителями она пообещала следить особенно пристально. Если вдруг будет приходить огромное и большое количество жалоб с того или иного муниципалитета, то в первую очередь я свои объезды буду выстраивать ровно таким образом, самые такие кричащие горячие точки. На одну из таких кричащих точек вполне похожи улицы города Видное. А многие детские площадки завалены снегом так, что сомнений у представителей надзорной организации не возникает. С начала зимнего сезона здесь не убирались ни разу, что является грубым нарушением. Территория детских игровых площадок проверяется круглый год, в зимний период, естественно, на предмет наличия снега, не уборки снега. А в летний период времени по содержанию мусора и также неисправных игровых и спортивных форм. При выявлении правонарушения направляется уведомление соответствующей организации о вызове для выяснения обстоятельств и составления протокола об административном правонарушении. В соответствии с Кодексом об административной ответственности за то, что детские площадки не убираются от снега, для юридических лиц предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей. После сегодняшнего рейда организации, которые отвечают за уборку снега с детских площадок, должны будут выложить довольно внушительную сумму. Ответственность ложится на администрацию, на собственника данной игровой площадки. Но если у администрации заключен контракт, договор на содержание данной площадки, то тогда ответственность перекладывается на эксплуатирующую организацию. Как говорится, не хочешь – заставим. Именно с этой целью представители Госадминтехнадзора проводят свои ежедневные рейды. И будем надеяться, ситуация с уборкой детских площадок изменится к лучшему. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.